Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно приветствую с великим днем, с празднованием Казанской иконы Божией Матери, ее осенение в ответ на молитву народа нашего. Господь преклонил милость к России и спас нас от страшного иноземного господства и от смутного времени. Действительно, как вы сегодня слышали из моего послания, смута начинается тогда, когда люди начинают думать только о своем. Когда весь мир концентрируется на личных делах. Нет ничего другого. Мои дела, мои проблемы. Моя ответственность за самого себя, в лучшем случае за семью. Я вспоминаю, как трудные 90-е годы, которые тоже можно уподобить некой общенациональной смуте, кто-то, кто опасался, что из недр народа нашего подымутся новые Минины и Пожарские, через телевидение успокаивал народ словами: «Да не надо вам ни о чем другом думать, как только о себе. Ну какое вам дело, что где происходит? Вы о себе думаете, о бизнесе своем, о обогащении своем, о семье в лучшем случае». Да действительно, когда люди перестают видеть национальный масштаб жизни, когда они перестают чувствовать сопричастность с биением пульса всего народа своего, тогда они становятся очень уязвимыми и слабыми к тому, чтобы сеять смуту. Человек начинает особенно напряженно думать о своем благополучии, когда возникают экономические трудности. Но и понять можно. Денег нету, допустим, работы нету, цены растут, еще какие-то проблемы. И начинает концентрироваться внимание только на своем. Ведь семью-то кормить нужно. И одевать, и обувать. И в моменты экономических трудностей огромное количество людей теряет этот масштаб видения жизни, который совпадает с масштабом страны. Вот почему для того, чтобы посеять смуту в сознании, нужно ухудшить экономическую ситуацию. Вот мы сегодня сталкиваемся с этой проблемой иностранных санкций. Они на что направлены? В первую очередь на то, чтобы люди перестали думать об общенациональном, чтобы каждый подумал о себе, курс рубля растет, цены могут подняться. Да о какой там стране, о каком народе? О каких глобальных вопросах о себе думать нужно? Вот на возбуждение такого рода настроений и рассчитаны санкции и любое другое давление на Отечество наше с целью ухудшить экономический уровень жизни. Вот то же самое произошло и в смутное время. Разброс, шатание, бедность, беспредел, какие-то банды разбойников на дорогах. Побеждает кто сильнее, полное помрачение сознания людей. Огромное количество бездомных, инвалидов, изувеченных, больных. Ну а какой же стране можно думать? Только о себе. И потому каждый в свою сторону потянул.
И мы это назвали смутой, назвали так наши предки, пращуры, назвали так современники той страшной эпохи. Для того, чтобы никогда не была смута в умах, мы никогда не должны терять из вида наше общее благо. И ведь были эпохи в истории нашей, когда властям удавалось мобилизовать народ на защиту общих интересов в тот момент, когда личный фактор полностью разрушался бедностью, неустройством, болезнью или еще хуже, внешней агрессией. И величайшим примером являясь способности народа к мобилизации являются войны. И Первая Отечественная война, и Великая Отечественная война, когда люди теряли все. Большая часть Москвы сгорела. Значит, сгорели дома, сгорели усадьбы, сгорели поместья, сгорели деньги, сгорели драгоценности, сгорела мебель. Ну, казалось бы, все человек теряет. О чем он должен думать? Да о том, чтобы только вернуть все, что у него было. А те погорельцы дали мощное сопротивление, великий ответ агрессору. Наш народ умеет не терять из виду общие цели и общие задачи, когда нам тяжело. И потому незначительное понижение уровня нашей жизни не может быть причиной разрушения национального самосознания. Вот об этом мы сегодня все должны молиться и думать, и самих себя подвергать внутреннему экзамену и спрашивать: а я что? А где мое сердце? А не потерял ли я из виду самое главное? Празднование иконы Казанской Божьей Матери, связанное с победой ополчения Минина и Пожарского, возвращает нас к удивительному героизму нашего народа, как самоорганизации людей без всякой команды сверху. Разве тем самым ополченцам, которые в это холодное, промозглое время, в ноябре месяце, бросились на штурм Китай-города, а затем и Кремля, разве им не было что терять? Разве у них дома не были дети и жены? Разве они не рисковали всем, что имели, не говоря о своей материальной составляющей? Величайший пример самоорганизации, героизма, пробуждения национального самосознания, которое есть самое лучшее лекарство от смуты. А если у человека, у народа, у людей есть эта прививка от смуты, если ни при каких обстоятельствах люди не теряют масштаб измерения жизни, совпадающий с масштабом страны и народа, то и никаких смутных времен не будет. Россия никогда не был страшен враг внешний. Мы всегда их побеждали. Даже тогда, когда были намного слабее. Самое страшное для России – смута в сознании и в сердцах. И потому, вспоминая дивные примеры прошлого, того, как наши предки сумели преодолевать, а совершалось это неоднократно, помрачение своего ума, и как могли они мобилизовывать силы свои для отпора всякой опасности, так и нынешнее поколение благополучных россиян не должно уступить по силе духа своим пращурам. Молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Да хранит Господь Россию. Аминь.